необычная, богатая индивидуальность этих людей вызывает удивление и зависть, и вместе с тем является причиной обвинений в высокомерии, зазнайстве и стремлении достичь собственной цели, невзирая на мнение и чувства других людей. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. От душевного мятежа многие приходят к религии, активизируют воображение. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Носителю этого имени нужно постоянно работать над собой для устранения негативных проявлений. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Такие люди выделяются среди окружающих своей подвижностью и энергичностью. Они полны жизненных сил и энтузиазма. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняют поиск своего жизненного предназначения. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.